Мужчине, избившему водителя скорой помощи в Караганде, предъявили еще одно обвинение – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ранее его судили только по статье «Хулиганство с применением насилия». Суд проходил в режиме прямой трансляции в интернете, аналогично делу Бишимбаева. На скамье подсудимых Нурбалат Дакибаев. Он запретил показывать его лицо. Ночью 27 января он напал на водителя неотложки Туригалибери Калиулы. Мужчине не понравилось, что водитель неудобно припарковал машину скорой помощи во дворе многоэтажки и мешал ему нести тумбу из-под раковины на мусорную площадку. На обратном пути Дакибаев нанес водителю несколько ударов. Защита подсудимого считает, что водитель скорой помощи сам спровоцировал конфликт, снял все на видео и выложил в соцсети для хайпа. Однако суд больше поверил документам дополнительной судебной медицинской экспертизы. Была назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза по отношению к потерпевшему Вере Фалиеву. Согласно выводам заключения, от 12 июня текущего года потерпевшему Вере Фалиеву причинен вред здоровью в средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровью на срок свыше 3 недель. 16 июня 24 года по поручению прокуратуры района Алихан Бокихан города Караганды Новомакедонским отделом полиции УПД города Караганды по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 части 1 Уголовного кодекса. Первоначально в деле фигурировало только нанесение легкого вреда здоровью. Теперь же в отделе полиции начато еще одно досудебное расследование в отношении Нурбалата Дакибаева по умышленному причинению вреда здоровью средней тяжести. Поэтому прокурор попросил вернуть дело в прокуратуру для присоединения двух статей обвинения. Суд постановил уголовное дело в отношении Дакибаева Нурбулата Нурымовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, возвратить прокурору района Алихан Бөкейхан города Караганды для соединения с уголовным делом номер 243-572-031-00-178, возбужденным в отношении Дакибаева по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Судебное рассмотрение приостановили, а Нурбалата Дакибаева оставили под арестом еще на месяц. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.